SCP-1558, СНАФ-антенна, класс объекта безопасный, особый слой содержания. SCP-1558 содержится в хранилище особо ценных предметов в зоне 76. В случае обнаружения дополнительных экземпляров SCP-1558, его постановка на содержание осуществляется силами мобильной оперативной группы РО-14 «Ловцы сигналов». SCP-1558-2 содержится в стандартной серверной комнате зоны 76. Доступ к SCP-1558-2 ограничен персоналом с уровнем допуска 2 или выше. В случае операции ввода-вывода на жестком диске SCP-1558-2 директору зоны 76 поступает автоматическое уведомление. Описание. SCP-1558 представляет собой аномальную антенну сотовой связи, совместимую с сетями стандарта «Засекречено». SCP-1558 способен перехватывать телефонные вызовы при помощи своих приемопередающих станций и внедрять в разговор посторонние голоса. Все звонки, перехваченные на сегодняшний день, соответствовали следующим критериям. Лицо, совершающее звонок, должно находиться в транспортном средстве, движущемся со скоростью 65 км в час или более. Предполагаемый получатель вызова должен находиться в близких личных отношениях с абонентом. Каким образом обнаруживается эта связь, в настоящее время неизвестно. Внедренные SCP-1558 голоса в каждом случае звучат как глубокий мужской голос SCP-1558-1 и точная копия голоса предполагаемого получателя вызова. Внедренные голоса демонстрируют осведомленность о местонахождении вызывающего абонента и его отношениях с адресатом. В каждом случае SCP-1558-1 заявляет, что мнимый получатель звонка находится под дулом пистолета и угрожает убить его, если абонент не совершит действия, которые приведут к аварии его транспортного средства. Ни в одном случае вызов не поступал к настоящему адресату. На сегодня SCP-1558 привел как минимум засекречено автомобильным авариям, засекречено незначительных авиакатастроф и крушению рейса американских авиалиний, засекречено вмешательство фонда и расследование именно этого случая привело к обнаружению SCP-1558, что в общем сложности привлекло за собой засекречено жертв SCP-1558-2. SCP-1558-2 представляет собой стоечный сервер марки «Засекречено». По завершении перехвата SCP-1558 вызова, аудиозапись этого вызова загружается на жесткий диск SCP-1558-2, если он подключен к интернету и питанию. На жестком диске устройства на «Засекречено» были обнаружены аудиозаписи всех известных SCP-1558 событий в общей сложности «Засекречено». SCP-1558-2 был извлечен из дома F засекречено D-засекречено 42-летнего инженера сотовой сетей из Утики, Нью-Йорк, США, который недавно вернулся после 10-летнего тюремного заключения за хранение и распространение СНАФ-фильмов с изображением гибели людей в автокатастрофах. Субъект погиб от огнестрельного ранения, нанесенного себе самому при обращении противников фонда. Стенограмма 1558-засекречено-32. Фрагмент стенограммы. События SCP-1558. Дата засекречена. Звонок М засекречено. Едет по шоссе 90. Жене С засекречено. В Коно-Джом-Харри, штат Нью-Йорк. Начало стенограммы. М. Алло. SCP. С засекречено. У меня на мушке. Принимая решение. С. Рыдание. Нет, не слушай. Просто повесь трубку. М. Что за черт происходит? С. Засекречено, что происходит? SCP. Слушай меня. Я знаю, что ты за рулем. И я тебя снимаю на камеру. Разгоняйся до 80 и выезжай на встречную полосу. Если ты это сделаешь, я отпущу С. Засекречено. Откажешься, она умрет. С. Нет. М. Засекречено. Я люблю тебя, пожалуйста. Не делай этого. М. Ты в порядке? G. Засекречено. И L. Засекречено с тобой?
Нет, нет, они на практике. Слушай, не делай этого, не делай вреда другим людям из-за меня. Звук удара. С засекреченно кричит от боли. SCP орёт, заткни свой ругательство удалено рот. Это его выбор. Зачем ты вы это делаете? SCP, ты хорошо разогнался, выезжай на встречку, или я стреляю. 30 секунд тишины. Я не могу. Я люблю тебя, С, засекречено. Примерно 4 секунды тишины. Звук автомобильного клаксона. Громкий металлический грохот. Конец стенограммы. Во время записи седан засекречено. Управляемый М засекречено. Выехал на полосу встречного движения на 29-й миле шоссе 90, что привело к столкновению 5 автомобилей, в результате чего 7 человек погибли и 4 были ранены. На аудиозаписи звонка после столкновения слышны звуки пожара и неопределенные крики. Копия этой аудиозаписи, наряду с записями других инцидентов, была обнаружена в скрытой папке на персональном компьютере. F засекречено, D засекречено.